МФЦ республики возвращаются к обычному режиму работы. С центров и офисов «Мои документы» сняли часть коронавирусных ограничений. Все услуги жителям Коми доступны по предварительной записи. Для этого достаточно позвонить по телефону горячей линии 8 800 282 12. При записи нужно указать фамилию, имя и отчество заявителя, получателя госуслуги. При этом доступ заявителей в МФЦ возможен только в средствах индивидуальной защиты органов дыхания. В случае отсутствия на заявителя маски или респиратора человек не будет допущен в помещении центра и не сможет получить необходимые государственные и муниципальные услуги. И еще один важный момент. Даже с учетом снятия части ограничений в период режима повышенной готовности, МФЦ рекомендует при отсутствии острой необходимости воздержаться от посещения общественных мест и мест массового скопления людей.